Ты на тенге прилетел? Ой, ты мой золотой. А какая у тебя тенга? А ты на тенге вылетишь крабить? Походу вкусненький. Так, кажется, у нас будет что-то веселое сейчас. Давай, ну прыгать не тупи. Все, в спейс ушел. Походу уже на елку прыгнул, гад. Куда он пропал? На другую елку или все? И в локале тоже нету. Обратно что ли ушел? Блин, он уже вернулся. Зараза. Стоять, стоять, нет, 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 он уже походу вышел. Корсики опять полетел. Настя, как я тебя сделал? Подразнил, смылся. В смысле, это ты что ли там? Александр, не поймаешь. Знаю, все прелести стрим суицидника. Ну да, не без этого. Блин, опять что ли свалил? Ладно, полетели, посмотрим снова. В локале нету. Походу, видимо, опять свалил. Блин, какой быстрый. А подожди, а мог другую систему вообще свалить? Не, мы его, блин, обязательно заловим. По-любому. Должны. По крайней мере. Угу, точно здесь он. Ай, клока, 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 клока. Ой, слишком близко к елке. Фух, не расклочился. Хорошо. Что он... Блин, заметил что ли? Ну ладно, все равно прилетит. Так, мне вот интересно, он уже обратно прилетел или нет? Хотели посмотрим? Ага, на миске. Так, походу прошел уже в другой этот самый. На другую елку. Ой, тихо, аккуратненько. Так, теперь главное не расклочиться. Да блин! Какого хрена? На стриме что ли реально сидишь? Блин, если он на стриме сидит, хрен я его так подловлю. Так, стоит. Отлично. Можно спокойненько торнадки подводить. Блин, куда он опять ломанулся? А, да по стримам видит. Да похоже, мне тоже кажется, что он по стримам чекает. Ну, чё, сейчас заловим его. Упс. Как-то неудобно получилось. Я думал, туда уже пропрыгнул. Hello, чувак. Ой, дурдом. Зря время на него тратишь. Ну, может быть, не знаю. Здесь уже дело принципа. Чё надо? Слушай, может в гопников поиграем? Сейчас попробуем в гопников поиграть, посмотрим, чё выйдет из этого.
Тише. Сука. Чё ты мне сделаешь? Блин, не знаю, как его развести. Иски он платить не хочет. Странно он какой-то, честное слово. Все бы уже свалили бы давно с Миски, а он тут остается. Ну вот я его и заловил все-таки. Я же говорил, я его все-таки заловлю. Ща, ребят. Я все-таки заловил этот Унгу. Да, пошлось. Так как он сидит на стриме, пришлось немножко поюлить. Не без этого. Кого сломал? Этот Унгу как раз, который это самое. Все никак не мог заломать. Она все бегала от меня. Я ее все-таки заломал. Готов. А на ком килл? Надо глянуть. Не здесь. Не здесь. А, вот здесь. Короче, он с трех выстрелов умер. Ну вот он. Килл, собственно говоря. Вот мы его все-таки заловили. Слушайте, выпало все, что надо. Единственное, вот это только не выпало. А вот это вот все выпало. А это у нас... Блин! Зараза! Она дорогущая. Лярд, считай. Блин. Ну ладно, там накапало, конечно, но могло, типа, я уже понял, что могло и лучше накапать. Так, и, собственно говоря, что мы из него выбили. На 840 лямов. Из него выбили. Блин, черт, охренеть, загорел. Я надеялся, что будет это. Так, да, сейчас скилл, наверное, сюда кину. Лучше бы что-нибудь из этого сгорело бы, хрен с ним, чем вот это. Вот это, конечно, жалко, что сгорело. Ну, в общем, вот так вот. Недолго он пел. Ну, вот, три выстрела. Три выстрела, и он, это... чпокнулся.